Всем привет, с вами Реанор и прекрасного настроения. Мои как раз вот команда моих людей возвращается. Ну, в смысле, Рэй там возвращаются. А тем временем Эребор и Индикатор немножечко подграбили пробегающих мимо. Кстати, да, караванчики почему-то вот здесь эти застряли. И у них вполне нормально так получается здесь брать и разводить местных бандюков. Так, что это за звуки опять? Опять кто-то топает ногами своими. А, это все, все это свои. Так, Эребор, значит, тут нашел что-то вроде хорошее. А, нет, это все стандартное. Единственное, что вот сюда не скинем. Нет, не сюда. Я тут немножечко перепроверил сортировку, и поэтому мне сейчас... Значит, вообще с этой обувью, что я выяснил, я посмотрел, она на самом деле только на оптический эффект оказывает худшее влияние. Вот, а реально именно для боя она вполне себе так неплоха. Я пока еще не оценивал, не анализировал, что это за броня, да, вот. Но пока я просто тупо собираю. Ну и что происходит? А так вот сюда вот положить. Так что-то. Ну, она просто страшно лучше. Вот куда делась? Вот здесь была вот только что у меня. Понятно. Куда она делась? Непонятно. Здесь все где-то она лежит. А это что такое? Вот здесь нормально. Здесь пока надо. О, вот куда. Я понял, просто веб-инстент почему-то не закрылся. И веб-инстент, а именно Arma Storage. Поэтому туда мы и нашлись. Вот. Теперь хорошо. Так, все, с ребором все. Индикатора тоже немножко барахлишка. Поднабралась, а надо сразу на продажу. О, а вот, кстати говоря, подходит Рэй. А зачем он сюда приехал, подходит? Да, тоже по пути набрел. Я набрели на веселых друзей. Так, они построили. Так, это сразу. Ты уже скинешь весь хлам. А нет, все правильно, вот сюда вот скинет. А, Рэй уже потом перед походом в следующий город его просто забили. Побыстрее. А, побыстрее. Так, что там где-то может залипать, мешать из-за этого. О, вот тут можно было еще ближе подкладывать. Извините за этот странный звук, надеюсь, я его смогу вырезать. Так, еще хорошо. Вообще хорошо, прекрасно. Куча тапков. Что за странные звуки, не могу понять. Надеюсь, они плавно слышны были. Но в этом почему-то начали делать очень странные звуки. Так, эта штука на что? Происходит? Так, ребята, прошу прощения, если вам были слышны эти звуки, я попробую поубирать их уже на простом этаже. Так, вернемся. Ага. Это сюда. Это сюда. А это сюда и впихнуть даже. Вот зря я туда как-то даже зазывал, еще он просто не смог. Не сможет ничего туда скинуть. Так, обувь пока сюда. То есть для охраны такая обувь вполне себе подходит. Она, то есть вообще идеально. Именно для охраны поселения, то есть когда не нужно никуда бегать, переходить на дальние участки. Ну, то есть идеально вообще подходящая вещь.
данная обувка. Что не пойму, что именно так столько много такого инвентаря открывается, очень просто. Хоть стой, хоть падай. Так, запасы аптечек. Прекрасно. Запасы аптечек мы пополнили. Так, индикатор придется кинуть сюда барахло. Они еще и разные. Писали. Так, ну что ж, Рэй опять забит по полной. И как раз подходит сюда уже Ухтанг. С другим, что у нас тут вообще тоже с барахлом, поэтому сейчас мы его как раз потаримся еще барахла. И дружную толпу двинем опять. Все, индикатор пошел уже нас и делом. Ухтанг забирает. Так, куда? Нет. Забирает. Забирает с собой всякое барахло. Так, и мы готовы двинуться в следующий путь. Следующий путь. А, да, что произошло? Почему вообще начал запись? Елки-палки, извините, ребята. Вот что произошло. Здесь у нас случилось улучшение стол процессора. Можно сделать. И делать это будет кто? Делать это будет Рэй. Помогай. Давай. Несмотря на то, что у тебя сейчас нет ресурсов, но ресурсы подобавляют другие персонажи. И главное, что у нас хорошие встречи. Да и там давай немножко поможи. Вот. Сейчас мы достроим стон процессор на еще более высокий уровень. Что ж вы так меня пугаете? Вот эти караванчики, они здесь залипли просто. И ходят туда-сюда. Непонятно, зачем они туда-сюда ходят. Вообще неизвестно. Вот нас этот караванчик. Видимо, из-за того, что я открыл все-таки аутпост для торговли, да, это как-то, видимо, действует. Но реально ни одной покупки пока никто не совершил. Так, все. Что у нас? А, это материал мы все как побежали. Я понял. Сейчас, то есть, нам еще нужно будет. Ой! У Ханга куча материалов, нужно будет потом еще и сумки повытряхивать. Строять ее. Что-то тут так много прям материалов. Ну и ладно, у нас их есть. Их у нас есть. Их у нас много. Все, думаю, мы нормально отработаем. Сейчас даже еще неизвестно, хватит ли места под них. Так. Еще один материал нужно будет добавить. И мне кажется, знаешь, что на этом уровне стол процессора. Давайте быстрее уже. Все. Так, теперь нужно избавиться от излишнего количества материалов. Вот. Кому уж надо, так это вот там вообще. Благо эта штука в себя как раз и на 30 и вмещает. Так, кто еще у нас тут занимался строительством? Он тоже, наверное, уже будет. А нет, это все хорошо. Время пустой. Так, и здесь у нас, кажется, получается такая ситуация, да? Давайте посмотрим, что у нас вообще тут почем. Здесь только два человека могут работать. То есть вот сейчас у меня получается Рэй и Ухтанг ушли из работы, да, и прекрасно без них уже все
и могу спокойно идти следующий маршрут свой. А следующий маршрут мы свой проложим вот туда. То есть вообще бы, наверное, нужно посетить вот это вот местечко. Давайте-ка его и попробуем посетить, потому что там мы еще не были. Но это я уже сделаю за кадром. Так что через секунду встретимся. Или иначе, но мы в конце концов пришли почему-то опять в Trader's Edge. Я в пылу азарта скупил все, наконец-таки, трейдерские сумки. В результате, несмотря на то, что я продал кучу лута, да, у меня всего лишь такая вот небольшая сумма. Так, ну и ребята, давайте зайдем в таверну наконец-таки. То есть я попал именно в Trader's Edge, что есть они не смог найти, понял, что гору нужно где-то переходить. А где я не нашел, так и кто у нас здесь есть. Так. Есть некто Джин. Какую не слабую саду тут тоже. Есть некто... А, как классический хирург. И есть некто Джимбад. То есть как хороший Джим и плохой Джим. Так, ну что, давайте посмотрим, кто, что они из себя представляют. Джим, ты кто? Джим такой говорит. Если ты хочешь выжить здесь, то кто-нибудь... ну, тебе нужен кто-нибудь, что реально знает, как сражаться. 5500 катов и типа я с тобой. А мне сейчас так случилось, что просто не таких катов. А ты кто? А этот говорит за 700 посередине. Вот и думай теперь. Так, так. 9. Давайте-ка вот это вот мы... Ай-яй-яй. Давайте посмотрим, за сколько нам позволят продать за 1000 денег. Ну уж нет, ребят. 1000 денег это слишком, я за них отдал очень, чтобы из-за этого. Так что мы нанимаем вот этого персонажа. Итак, отлично, договорились. Джимбад, ты у нас будешь не Джимбад, а будут звать тебя... Так. Оу. Ну, в переводе как сова, можно сказать. Так. Двухметровая длина. Ну, ясно, то есть это глобика типа ребора должна случиться, да, у нас? Ну, давайте. Эть. Так, есть. Почти нет. Это уже чуть еще больше. Так, двухметровая детина. Есть, вот так вот. Вот такая вот у нас детина двухметровая. Профессия воин. Ну, воином ты станешь или не станешь, мы посмотрим. А сейчас попробуем из тебя сделать что-нибудь вообще толковое. Так. Ну, воин. Такое. Слышь, темки есть. Слышь, чего? Ладно, оставим более нормально. Так, ну вроде как нормальный такой комплект вояка получился, да. То есть для воина пойдет, в принципе. Да, да, кажется. Конечно, до воина им еще расти, расти. И тем не менее, кстати говоря, на заднем плане в этом времени у нас получилось исследовать... Так, давайте лицо порандомазим слегка. К сожалению, риски внешности. Но риски внешности, знаете ли, у нас тут может быть всякая разница. Ну, мне просто один из игроков написал, что он хочет быть в моей команде, но... Ну, с натяжкой такая. Хотя, ну, тут все практически риски внешности. Ну, почти. Некоторые, конечно, больше на индусов похожи. Уровни. Ну, что получается, то получается. Короче, сейчас мы немножко еще покрутим.
Нос. О! Вот оно. Только глазки надо нормально сделать. Так. Так, вот так, да? Ну, теперь лицо надо покрутим. Да что ж у вас все так плохо-то с этим-то? Кстати говоря, вот я не знаю, каким образом, но почему-то нельзя сделать нормальным цветом глаза. С волосами можно сделать все что угодно вообще. Так. Больше сюда. Так, и что это? Чего? Синий убираю. Свечение добавляю. Ну что, почему он зеленый, когда я красного дал больше? Ну тут, видимо, как-то свои нюансы в этом отношении. Ну, как-то вот так. Таким вот ты будешь. Кстати, даже выражением лица как-то даже себя напоминает. Сов. Ну что, конечно, да, ты сейчас пока не воин, прям супер-пупер воин. Но ты в команде. Одеваться будешь уже. Да. Нас. Готов. Так, ну а ты пока остаешься здесь, великий воин. Уже настоящий воин. Так, и мы берем с собой всех себя, кучку, и бегом отсюда, на базу в себе. То есть у нас теперь с собой куча сумарей. Кстати, что-то Олл слишком быстро бегает. Ну-ка, давайте-ка ему Рэй вручить сумарь. А ну-ка. А ты тут что-то какой-то чересчур прям шустрый. Это на сразу сумку. Бездна. Так. Ну уже вот. Вот нормально. Постигай давай. Нагрузочные работы. Оно тебе даже пополезнее будет, чем просто так. Ну, так, давайте-ка еще больше дадим ему. Пускай у нас прям поначалу будет слишком много всего. Это на самом деле хорошо же для него же, потому что он когда у нас прям всем сейчас его загрузит. Танк. Не, ну, танк своя задача. Все нормально. И вот такой вот толпой мы будем выдвигаться. Выдвигаться куда? Так, главное не перепутать стороны, потому что с одной стороны, как если выйдешь, ты окажешься уже совсем с другой стороны. Хотя даже не знаю, где тут все-таки спуск. То есть на карте непонятно, как обойти вот сюда. Я что-то пока что понять не могу. По идее, вот здесь это и должен быть перевал. Это с этим должен быть перевалом, чтобы пойти. Или перейти с одной стороны на другую. А то вот туда должен быть выход. Ну ладно. Может здесь просто как раз рядом с горой перевал. Так, давайте-ка на карту мы посмотрим, чтобы не перепутать. Чтобы на ту сторону горы. Да, нам вот в ту долину надо. Все верно. Тут, короче говоря, как раз перевалы есть. Это вход вот здесь вот находится. То есть пойдешь туда, пойдешь в нашу долину, пойдешь туда. Пойдешь уже в другое место совсем. И вот всю толпу мы говорим. Так. Опять там появляемся. Не нравится. Ну, ладно, все туда. Все домой. Все пускай бегут домой. Посмотрим, что у нас дома творится. О, у нас уже истребованы первоуровневые тренировочные ключа. И следуется более новый.
Конечно, чучело. Ну, короче, тренажеры, чтобы качаться. И давайте посмотрим, что у нас еще есть. Значит, левел 4 мы не прокидываем пока что. Индустрия, фермерство, узлы, оборона. Ага. Угу. Ну почему-то, да? Вот так. Не следует. Смайдин пока нет. А вот такую вот ерунду всякую разлучим тоже исследование. Примерно в таком вот порядке. Очень хочется на самом деле заняться уже этим. Уже прям руки чешутся. Но у меня есть правила. Свои правила. А с вами был Реанор. Спасибо за просмотр. Прекрасного всем настроения и счастья вашему дому. Пока-пока.